Счастье, здоровье. И есть такое выражение «не за горами». И как раз этот раз за горами в Закарпатье будет происходить викенд телесных практик. И я, как Сергей Аниськов, делаю это видеообращение, потому что люди заняты, люди ленивые. Я расскажу, что викенд телесных практик уже происходит у нас пятый раз. И он будет с 12 по 16 июля. Это второй летний месяц, на украинском языке липня. Это будет происходить в Івано-Франковской области, возле государственной дачи президента Украины, отель «Синяя гора». Позволь себе погрузиться на 4 сутки в свое тело. Тело – это храм души. И будет максимальная работа со своим телом. Будет присутствовать Иван Лемзин, бодинамист. Будут прекрасные организаторы из города Черновцов. И буду я, ваш Сергей Аниськов, как фотограф и как телесно-ориентированный терапевт. Я ще раз вас гостинно запрошую на вікенд телесних практик. І посилання внизу посту буде групи, як до нас доїхати, як добратися і що брати з собою. Головне брати з собою гарний настрій, брати свою кохану, свою половинку. Можна брати дітей і своїх домашніх улюбленців. Буду чекати вас на вікенді телесних практик 12-16 липня. Завжди ваш Сергій Аніськов.